Привет, это сингл, продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Боба. В прошлой серии мы прокачивали строительство и лутали здания. В этой серии я хочу заняться ровно тем же, просто лишь по той причине, что мне надо докачивать стройку до 10 уровня и уже начинать потихонечку отстраивать базу, нашу любимую базу. Так, сейчас пока что я почитаю книжку до ночи, я думаю, что он не успеет ее прочитать до 11 вечера, поэтому можно сейчас вот пока что почитать книжечку аккуратненько, не спеша, лечь спать, с утра проснуться и продолжить дочитывать. Да, вот все, 23:00, ложись спать, спокойно тебе ночи, Бобби. Что у нас там по весу? 83 килограмма худеем. Хорошо, в принципе, не против. Я-то, в принципе, и не против, если так. Так, 8:00 время. Хорошо, отлично. У меня вылетела игра. Не знаю я, что это было такое. Ага, и откинула. И откинула. Не знаю, что это такое было, но ничего страшного. Давай покушаем. Давай еще шоколадную печеньку. Еще, в принципе-то, можно арахисовое масло. Да, будет самое оно. Так, сишку кури. Сишечку кури. Так, и давай тройку дочитывать. Я думаю, где-то он ближе к вечеру закончит дочитывать книжку. И мы вместе с вами пойдем опять же лутать дома и разбирать эти же самые дома. Давай, родненький, давай, давай, я в тебя верю. У тебя все получится, ты мужик. Дочитывай. Так. Все хорошо, отлично, превосходно, изумительно. Это давай закидывай вот сюда. Давай что-то перекусим снова, опять же. Можно, кстати, энергетика баночку выпить. Почему бы, собственно, и нет, если можем себе это позволить. Ну и пошли. Пошли лутаться. Машину я брать не буду, потому что все равно... Мне ни к чему, мне все равно возвращаться еще надо будет. Так, и давай-ка посмотрим. Ого, здравствуйте. Здравствуйте. Давненько не виделись. Так, не надо меня там цапать за ноги. Отдыхаем, друзья. Вас можно назвать друзьями. Погнали, наверное, дальше по этой улице. Погнали, 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 погнали. Какой домик я еще не лутал? Наверное, вот этот. Сейчас посмотрим. Отдыхай. Ой, я еще и гараж этот не чекал. Ну, давай-ка чекнем тогда в таком случае. Залазь. Шиномонтажный насос, изолента, веревка. Хорошо. Это мы возьмем, это нам пригодится. В это сгоревшее здание, кстати, тоже сейчас залезу. Так, понятно. Бей. Мешок гравия, пустые бутылки, коробка гвоздей. Вот это, кстати, тема действительно нужная. Листы металла тоже пригодятся, как и сам металлолом. Здрасте. А давайте я вам помогу. Здрасте, здрасте. А почему это здание как будто бы... А, это следующее здание сгоревшее. Это нормальное. Тю ты, я перепутал все на свете. Что, они смогли протиснуться? Бывает. Вот, а что у тебя там такое? Дубинка, что ли? Да, только не целая. Так, магнум давай разряжай. Магазин 9 мм. Почему у него магазин 9 мм, магнум не совсем мне понятно. Ну да ладно. И уличное дело. Такс. Угу. А
что вы тогда ломились в те двери? Не совсем понятно, но... Это ж все-таки зомби в зомбоиде. У них логики и нет. Краска серая сюда. Это хорошо. Так, что-то покушать будет здесь? Сомневаюсь. Так, ну и что? Давай разбирать все на свете. Так, это разбирай. Ага, подожди-ка. Тут же, как всегда, проблема. Кстати, плакатик повесим дома. Это тоже давай-ка сюда. Кровать разбирай. Подожди. Не-не-не-не-не-не-не. Не то сделал. Надо было не поднять. Давай поставим. Теперь разбирай. Вот гвоздики сюда. Так, давайте, наверное, с вами увидимся после перемоточки, друзья. Ну что, с этим домиком-то мы и разобрались. Кстати, надо не забывать ставить метки. Пошли, наверное, к следующему. Посмотрим в этот сгоревший. Так, одну секунду, дочка плачет. Так, мы на месте. Залетаем в здание. Что тут у нас? Ага, тут когда-то была кухня, видимо. Но осталась угловая тумба и гвоздики. Уже хоть какой-то, но это же все-таки лут, правильно? Здание, по всей видимости, выгорело почти полностью. Но электрику мы все равно подкачаем. И стройку подкачаем. Так, я могу здесь пролезть? Могу. Тут даже вода еще осталась. Да вы шо? Никогда такого не было, и вот опять. А почему у меня одна аквабаттл, если у меня два слота? Вопрос останется без ответа, по всей видимости. Так, разбираю еще вот это. Вот и гвоздик к нам приехал. Это здание можно помещать. К сожалению, здесь мы ничего вкусненького не нашли. Что у нас там по стройке? А, ну, кстати, прокачалось. Я думаю, что, возможно, в этой серии я даже и успею до 10 уровня дойти. В общем, относительно спокойно.
Здрасте. Ты очень зря сюда подошел. Кстати, разбирай. Кстати, лист металла сюда. Опа. Вот это, кстати, очень хорошая, прекраснейшая находка. Капуста, редис и томаты. Еще картошку найти вообще будет топчик. Потому что это, в принципе, в зомбоиде моя любимая культура, капуста и картошка. Капуста, потому что ей наедаешься прям классно, а картошка очень долго портится. Садовая пила, ну, мне это все не нужно. Подожди, стой, стой. Чуть стену было не разобрал. Да давай уже разбирай, хрен бы с ним. Мы люди простые. Давайте вот это только разбирать не буду. Чтобы окошко в воздухе не висело. А вот двери вполне себе можно разобрать. Можно было бы. Так, столик этот разбирай. Так, ставим тут пометку. И сейчас идем в это здание. Разбирай двери и бери топорик в руки. Две консервы, это очень хорошо. Кухонный нож. А, кстати, лишним не будет. Давай возьмем. VHC, кровь на районе. Так. Ну, это мне ничего не нужно. Так что я пока что заранее скину. Пошли на улице, я слышал вроде как. Ага. Оказалось, не вроде, оказалось, действительно слышал. Где все зомби? Ага. Понял. Вопрос с повестки дня снят. Они все там. Они все на месте. Они никуда не делись. Хлоп. Там внутри что-то есть? Пульт от телека еще один. Вот и, собственно, сам телек. Болты и гвоздики сюда. Это сюда. И гвоздики сюда. Хорошо. Разбирай вот эту шляпу всю. Отлично. Еще гвозди. Это дропаем. Двери тоже разбираем. Подожди, вантус. А, показалось. Показалось. На самом деле там ничего и не было. Кастрюлька нам не нужна. Эта шляпа тоже не нужна. Разбираем. Ощущение, как будто зомби ко мне идут. Это было не ощущение. Я действительно услышал. А ты не хочешь подойти, нет? Я не гордый, я сам подойду. Не понял. Что-то странные они какие-то. Вам так не кажется? Так, разбирай. Бля, как же я уже устал от этого бага, который не фиксится 30 тысяч лет. Так, разбирай. Гвозди сюда. Наушники разбирай. Это выбрасывай. Здравствуйте. У нас, кстати, 8-я стройка тем временем, так что можно возвращаться домой. Двери разбирать не буду, пускай будут открыты. Так это, видимо, он оттуда пришел. А эти все-таки меня услышали, да? Разбираем. Да, это те подошли. Так, давай пометочку сделаем. То, что вот эта улица, вот эта линия, она у нас готова. Кстати, я не теми цветами это все дело отмечал. Мой внутренний перфекционист сейчас плачет. Горькими слезами. Отлично. Полетели домой. И прямо сейчас я, наверное, опять же, сразу же все это дело рассортирую. И заодно
рассортирую и заодно книжку почитаю и покушаю. Короче, увидимся с вами после перемотки. Я дочитал книжку и по итогу спал до вечера, потому что всю ночь читал. И хряпнул снотворного, и время у нас вот 4 утра. Пошли сейчас перекусим и будем выдвигаться дальше. Коробка яиц испорчена, это сейчас мы пойдем в компостер закинем, да? Да, так мы и сделаем. Мармеладыч, давай ешь. Будет нормуль. Компостер, а где я его там ставил? Там на углу вроде как. Коробка яиц испорченная. А, ее даже не надо. А как ее распаковать? Вот. Подожди, что за фигня? Ясно. Ладно, пускай так лежит. Я не против. Бери топорик в руку и выдвигаемся. Кстати, знаете, о чем я думал? Я думал о том, что можно пойти вот залутать вот это здание и посмотреть, что нам там в будущем понадобится. Что же нам там в будущем понадобится для того, чтобы его разобрать полностью изнутри. Это церковь. Я слышу там зомби. Здрасте. Здрасте, здрасте. Не вставайте, лежите. О, не повезло ж тебе. Серебряная цепочечка. Неплохо. Карта Вестпоинта. Угу. Так, лутать здесь, в принципе-то, наверное, и будет нечего.
А нам и не нужно, мы здесь стройку подкачаем. Только все это дело делать надо будет максимально аккуратно. Привет, привет. Зомби на багулинах. Подожди, или есть здесь что лутать? Я что-то не помню. А, тут второй этаж есть. Действительно есть что лутать. Есть кого даже побить. Так, ну это какая-то большая комната, непонятно для чего она нужна. Так, это разбираем. Гвозди все забираем. Все гвозди пригодятся. Так, это что? Это туалет. Так, набирай. Давай хотя бы умоемся. Так, и снизу где-то гоблины ломятся уже. Понятно. Ага. Не вставай. Опа, коробка гвоздей сюда. Коробка гвоздей сюда. Чище средство. Да, бывает. Что поделать. Так. Ну, тут мне ничего не нужно. Стулья эти. Да, они газосваркой разбираются. Так. Это кабинет главного бизнесмена, я так понимаю. Этого места. Так. Гвозди сюда. Разбираем. Хорош. Тут у нас что, спички пригодятся. Книжку тоже пригодится. Разбирай раз, разбирай два. Гвозди собирай. Так, ну тут мне вряд ли что-то понадобится, поэтому вот эти тройные книжные полки пускай лежат в разобранном виде. Погоди. Это мы возьмем. Мусорных пакетов, кстати, у меня не так уж и много. В сравнении с тем, как сколько их было нам в прошлых прохождениях, например, даже. Так, ну и что, погнали. Погнали разбирать вот это вот все. Гвоздик сюда. Славок вот этих должно быть, наверное, много опыта. Я правда не помню. Так, вот девятая стройка. Бляха-муха, я аж испугался. Немножко. Так, давай тогда. Опа! Антидепрессанты сюда. Это ж мне надо. С депрессией персонажа вечной. Вечный из вечной. Забирай. 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 Так. Ну и давай вот этот рядок сейчас еще пройдем. Гвозди, кстати, нормально насыпают. Я прям вообще не против такому раскладу. Так. Ко мне снова пришли. Какая неваляшка, а? Это 10-е строительство. Да, я нас всех поздравляю. Давай уже доразбираю все до конца. И заберем все гвоздики отсюда. Все гвоздики отсюда заберем. И будем таковы. Так, в принципе, все, мы все-то и забрали. Сейчас еще моментик. Еще моментик. Мне же стеллаж нужен был. Второй в гараж. Так, поднимай. В доп руку, в основную руку. Итого у нас еще осталось место
под доски. Давай еще доски позабираем. Чтобы не ходить, лес не рубить. Тем более мы что уже на месте. Так, сюда. Так, это давай сюда. На второй этаж я уже не пойду. Уже фиг бы с ним. А отсюда почему бы и не забрать? Забирай, 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 родной. Так. Ой, как хорошо. Как много досок получается. Все, и в следующей серии можно будет заниматься тем, что... Заниматься обороной. Давай еще тут под фул. О, еще и гвозди забыл. То, что забыл, просто не взял. С четвертым перегрузом погуляем немножечко. Не думаю, что это будет какая-то проблема. Так, и это место можно пометить крестиками. Все, давай, пошли потихонечку. Пошли потихоньку, помаленьку. Доски давай, наверное, разгружать прямо здесь. Прямо здесь. Вот так. Вот эти доски тоже давай прямо здесь. Сложить гвозди. Слушайте, я целую эту пачку насобирал. Вообще прям неплохо. И, ага. Так, давай выбрасывай. Давай вот это выбрасывай. Первым делом нужно здесь порядки понаводить. Это ставь здесь. Полку эту давай поднимай. Ставь хотя бы пока что здесь. Вот с этой полки все на пол. Поднимай. Ставь хотя бы вот здесь. Гаражный стеллаж один сюда, второй сюда. Так, выбрасывай и ставим. Вот и все. Вот и все. Это сюда. И сложить гвозди. Их давай вот сюда. Так, ну и что, в принципе, сейчас уже все понятно, где, куда, чего тут запихивать. Займемся, давайте, наверное, сортировкой лута гаражного. Здравствуйте. Очень давно не виделись, конечно, да. Давненько я вас не видел у себя на участке, но и век бы вас не видел здесь. Ну, вроде как тихо. Давайте сейчас вот это раскидаю. Да и увидимся, в принципе, после перемотки. Так, ну и все. У нас в гараже, по сути, порядок. Но сюда еще, наверное, надо будет стеллажи. Либо же вот это вот все лишнее нахрен отсюда вытащу. Я еще пока что не решил, если честно, как оно все тут это дело будет. Но уже, по крайней мере, порядок. И я буду знать, куда мне что скидывать. Так, давай лишнее посмотрим. Осталось ли на нас что-то? Вот респиратор остался. Ну, респиратор я уже к одежде отправлю. Респиратор у нас идет сюда. Так, ну и что, в принципе? В
принципе, что я вам могу сказать? Могу я вам сказать спасибо большое за просмотр. Увидимся мы с вами уже в следующей серии. В следующей серии начну отстраивать базу, оборону, да и другие моменты. Всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.